Всем огромнейший привет. Мы у порога Fix Price. Посмотрим на новинки весенние. Ну, можно сказать, что уже весенние. Весна не за горами. Этот магазин находится на улице Перовска. Точный адрес увидите под видео. А вот он и точный адрес. Это город Москва, улица Перовская, дом 55. Без перерыва выходных с 9 до 21. Все как полагается. Посмотрим теперь на ассортимент. Смотрите, что уже при входе я увидела товары для красоты и ухода. Так, ну, во-первых, мы с вами видели уже скакалка со счетчиком. Возможно, пригодится кому-то к весенним тренировкам, чтобы красиво выглядеть летом. Дальше набор для плетения косичек. Тоже вроде бы он продавался. 30 штук резинок идут в комплекте и 12 штук заколок, кроме самого прибора. Так, зонтики 299 в этом году складные. Неплохие расцветки. Синие, клетчатые. Главный стенд в магазине. Первая полочка, которая нас с вами встречает. Здесь уходовые средства наверху. Вот Nivea Men крем для бритья. Для трехдневной даже щетины. Кстати, хороший крем. 199 стоит. Для чувствительной кожи. И есть еще сатин. А, это для женщин. Он 199. А этот 249. Уже сумма сати. Вот они, новые цены. Но зато он действительно хорошего качества. Да, цены. Палмолив питание и сила, шампунь, масло авокадо для поврежденных волос. И от Nivea крем апельсин. Крем апельсин с маслом авокадо. Это гель для душа 99. Палмолив 199. От LSF 3 ценные глины. Балансирующий шампунь 72 часа. Свежести, но здесь нет ценника. Гель для душа Nivea 249. Это шампунь 99. Dove. Head & Shoulders. И вот он, Pantene Pro-V, который тоже продается в доброцене. Там он, по-моему, 199, а здесь 249. А, это варежки, да что ж такое. На него нет, кстати, ценника. Да вон здесь и один остался, но он был 199. А варежки 249. Варежки какие красивые. Кто это, динозавры? 7-10 возраст. Искусственный мех внутри, снаружи искусственная замша. Тепленькие, двухслойные. Есть двухслойные трикотажные, лисички, сестрички. Вот они еще. Машинки. Медвежата в штанишках. Смотрите, что я обнаружила. Красотка-снежинка. Так, зимушка. 47 рублей по карте. А так они 55, кстати, дешевле, чем раньше. Были турмалиновые детокс-патчи для ног с зеленым чаем. 79 рублей. Повышение тонуса, улучшение тока лимфы. Секреты традиционной китайской медицины. Маска для лица. Так, натуральная маска написана. Какие-то тут иероглифы. 55 рублей. Витаминная маска для лица. Food and Holic. Или Holic. С витамином С. Произведено, между прочим, в Республике Корея. 55 рублей стоит. Есть фруктовая, а есть вот такая. С гиалуроновой кислотой. Она тканевая. Из альгинатных, моделирующая альгинатная маска, увлажнение, баклажан и орехи макадами, тыквы и мед. 99 рублей стоит, она там в виде порошка, нужно разводить с водой, только сразу вам говорю, разводите холодной именно водой, потому что эта маска быстро загустевает, чтобы вы успели нанести ее на кожу лица. Вот. И как только добавили воду именно в этот порошок, сразу начинаете замешивать моментально и сразу бежите уже наносить на кожу лица, иначе все застынет еще в этой чашечке. Так, еще альгинатное моделирующее, пептидный лифтинг и мятное омолаживание. 99 рублей стоит. Кроме этого есть еще криотерапия, матовый финиш, жемчужное сияние. Патчи для глаз. Ой, какие они там гелевые, увлажняющие. 30 штук, что ли, да? 30 штук, 99 рублей. Давайте возьмем, посмотрим. Сыворотка содержит ниацин, аллантоин, пантенол, аденозин, который оказывает мощное увлажняющее, питательное действие, антивозрастное. Вот это можно взять. Так, пополняем. Есть еще альгинатная маска, вот такая, 79 рублей. Активное омолаживающее действие, антивозрастная, с коллагеном. Водоросли 79 рублей. Там внутри какая-то баночка. Давайте возьмем, глянем. Так,
Маска с фруктовыми кислотами. Черная пузырьковая с фруктовыми кислотами и соком алоэ. Массажный эффект и освежение. 47 рублей вместо 55, и это все по карте. Так что, в принципе, карту выгодно заводить. По-моему, она на кассе стоит 50 рублей. Зато у вас, смотрите, сколько скидок намечается сразу. Маска умоложалка. Влюбляйся и влюбляй. Это уже что-то новенькое. Тканевая с муцином улитки. 55 рублей. Сделано в Корее, написано. Так, что еще? Коллагеновые патчи. Вон их как там много. Гидрогелевые. 10 штук. Два вида коллагена, при том омолаживающие, разглаживают морщины, восстанавливают, тонизируют, устраняют отеки. Мгновенный эффект за 10 минут. Так, есть розовая упаковка, а есть вот такая с гиалуроновой кислотой. А это два вида коллагена. 55 рублей всего. И тут интересные упаковочки. 55, смотрите, зачеркнуто, стало 79. Это Funny Organics. Сыворотка для лица, для проблемной кожи. На основе целебных трав. В общем, открывайте крышечку, удобно пользоваться. А внизу тут для ног отшелушивающий пилинг носочки с питательной сывороткой для ног, умный педикюр. 149 рублей уже. И вот еще пилинг маска для ног, тоже теперь 149, и пилинг носочки с питательной сывороткой 149. В общем, для ног теперь все по 149. Устраняют натоптыши и мозоли, удаляют ороговевшую кожу. Тоже сделано в Корее, написано. Ножницы маникюрные. Раз уж начали мы про красоту, давайте продолжать. Ножницы сделаны в Китае, нержавеющая сталь, вот такие тоненькие, узенькие, кончики у них 149 рублей, теперь помню, когда все по 50 было. Кусачки для кутикулы 149 тоже, браслет Pop It, цвет в ассортименте, вот они закладки, по 55, кстати, они тут так неприметно висят, но закладки суперские, металлические. Единственное, что возможно, что этот металл такой, он розоватого цвета, он скорее всего потемнеет, но зато смотрите какие кактусы, там были еще кролики, все с сердечками, зеркало, пластырь бактерицидный. Так, ну все, из коллекции ко дню влюбленных. Так, это еще новогодние, в общем, шарики, мягкие игрушки, больших медведей нет, между прочим, маленькие только, но зато подушки сердца. Силиконовая форма сердечки. Ну, видите, она какая? Вот такая. 149 рублей теперь стоит. Но она очень тонкая. Хотя силикон без запаха. Силикон пищевой. Можно пользоваться, но каким только образом. Открытки, ручки. Ну, вот и все. Бумага цветокопии теперь 249. Была по 199. 500 листов. А4. 80 грамм на квадратный метр. Кстати, хорошая белизна и хорошая плотность. А это что-то новенькое, посмотрите. Что это такое? Фонарик со светодиодиком. Керамический. Цвета и формы разные. Вот они какие интересные. Декоративный светильник на батарейках. Две штуки в комплект входят, батарейки. Светильник, пирамидка. Есть еще тут небольшая полочка, стендик с товарами для влюбленных. 14 февраля вот эти кружки, это мой выбор, потому что они самые качественные из этой коллекции. И тем более они оригинальные, хорошо выполнены, хорошее качество фарфора. 149 рублей, 380 мл. Большой объем, внутри сердечко, на ручке надписи и картинки с юмором и с любовью. Так, дальше. 199 шары стеклянные. Вот эта минажница «Любовь» 199 рублей. Про нее я вам уже говорила. Это МДФ с необработанным краем. Так. Здесь копилки-мишки еще оказались. Красивые, яркие. Такие блестящие все. Это доломит. Ну-ка проверим. Да, это доломит и полипропилен. Пробочка, видимо. Минажница сердца 249 рублей. У нас с вами возник вопрос, доломит это или фарфор. Так, здесь без этикетки. А вот мы и проверим, чтобы не спорить. Глазурь есть. Ой, здесь оторвано. Так, непонятно. Вопрос не выяснит. Смотрите, все оторвано. Там, скорее всего, была этикетка с ценником.
Может быть, они 199 раньше стоили, да? А состав-то мы сегодня с вами и не узнаем. Да. Придется посмотреть на сайте карточку товара, и там все мы с вами выясним. А то ровно везде этикетки, видите, нету. Скорее всего, там был ценник. В общем, теперь они по 249. И вот эти кружки вроде бы красивые. Тут должна быть еще золотая ложечка. Скорее всего, на кассе теперь получать. Называется кружка-сердечко 400 мл с крышкой и с ложечкой она должна быть. 299 рублей. А подскажите, а ложечки на кассе, да, получать? Да-да-да. Угу, спасибо. Ложечка с длинной ручкой, я уже видела ее, но она очень мелкая, как бы неглубокая. Даже, я бы сказала, кофейная, не чайная. Здесь вот так вот все оригинально выполнено. Нержавеющая сталь, это по поводу ложки, и фарфор. Но фарфор грубый, толстый, есть всякие там неровности, все выбирайте тщательно. И вот эта ручка образует вместе с узором полноценное сердце. Вот еще какие кружки из такого хорошего обливного материала. Ну-ка почитаем. Вот она мне нравится, хоть она и зимняя, силиконовая крышка, зато у нее есть зимняя тематика. 390 мл, 149 рублей стоит. Так, перед использованием тщательно помыть и высушить. Уникальный дизайн, фаянс и силикон. Вот видите, фаянс. Так, открывать не буду, здесь есть открытая. Посмотрим, заглянем внутрь. Есть потеки глазури. Вот видите, так что все открывайте, смотрите внимательно. Но зато у нее, посмотрите, горлышко какое отогнутое. Из таких приятно пить и не обольешься. И к тому же здесь крышка силиконовая. Можно брать с собой в машину, допустим. Ну или для самых неусидчивых, у которых все вечно проливается. Вот такой вариант кружки с крышкой. Или чтобы не оставало. В общем, смотрите, сколько мы с вами причин уже перечислили для такой кружки с крышкой силиконовой. Новинку, какую я увидела от завода братьев Крестовниковых. Помните, их мыло такое интересное для дам и господ. Наборчики, в общем, теперь по 199 рублей эко-порошок 800 граммов. То есть, представляете, 1855 год, основание завода братьев Крестовниковых. Вот они нам какой порошок из прошлого придумали. 800 граммов без фосфатов, хлора, красителей и оптического отбеливателя. Биоразлагаемая упаковка к тому же. Для всех типов тканей, цвет. Экстракт донника безопасен для кожи и окружающей среды 0+. То есть сплошные плюсы, плюсы, плюсы. Интересно, 199 рублей. А капсулы для стирки Luma Color без фосфатов и хлора. 12 штук, 149 рублей. Но мы с вами будем тестировать из светофора. Два вида капсул новых. Тут ваниш, смотрите, пятновыводитель плюс отбеливатель и не содержит хлор. Недавно я испытывала из светофора пятновыводитель, кстати, отличный отбеливатель. И желтые вещи стали белоснежными. Но это 4 часа я замачивала, даже больше, на всю ночь оставляла в тазу. Но результат налицо. 79 рублей вот этот ваниш. По поводу мыла, посмотрите, как в фикс-прайсе стало все дорого. Например, факс я купила в светофоре и в доброцене, там он по 45, по 44 рубля. Здесь 68, да и то по карте. А без карты 79 заплатите. И дуру столько же. А вот они, братья Крестовниковы, 39,50 за одну штучку. Палмолив 59. Гурме спа. Экзотический кокос 59 уже. Так, а вот это дуру увлажняющий крем. Розовый грейпфрут 99. Да, это все никуда не годится. Вот такие вещи лучше покупать, конечно, в светофоре. Так, Magic Drive, цитрус, антибактериальное действие, 27,50. Palmolive Naturel, 59. Так, вот какое-то мне нужно взять. Я хотела взять, знаете, в такой в пластиковой упаковке. По-моему, факс там или дуру. Овальные были, но теперь их нет. А они были очень хорошие. И ароматы как мылятся. А вот Экосенс туалетное мыло весна 29,50. Крем мыло энергия молодости, зеленый кофе и магнолия. Вот еще с черным тмином восстановление кожи, тоже Крестовниковое, традиционное, содержит глицерин,
39 рублей. И какое-то еще фигурное должно быть тут. Тигр 29,50. Но, видно, разобрали перед Новым годом, что ли. И мой выбор сегодня 59 Palmolive. Так, еще смотрите, суперфуд, ягоды ацаи и овес. И есть еще, вот это я возьму, наверное, с экстрактом лепестков, роз и молочком, да. И вот это с оливой. Гель для тела и лица. Это что-то тоже новенькое. Смотрите, какая большая упаковка. И иероглифы. 300 мл, 199 рублей. Многофункциональный гель, обладает увлажняющим и охлаждающим действием. Произведено в Корее. Это с арбузом. И там еще есть авокадо. В общем, все это гель. Кто любит гель, нежирную такую консистенцию, вот это как раз вариант. Это авокадо. Это с витамином С и с арбузом. Три вида. 199 рублей. Большая расфасовка. И возьму влажные салфетки, потому что они здесь лучшие. Вот именно эти с мицеллярной водой. Были, кстати, 50, потом 55, а теперь уже 59. Незаметненько. 60 штук. В общем, я беру всегда по 4 штучки. Надолго хватает. И емкости для сыпучих продуктов тоже какая-то новинка. 750 мл и литр 900. Квадратные в основании. Так. Есть значок для пищевых продуктов. Сделано в Китае. Полипропилен. Это не Россия. Вот эти 750 мл. И что-то у них здесь крышечка какая-то интересная. Раз. Смотрите, как здорово. Одной рукой удобно открывать, закрывать для сахара, для соли. Еще и дозатор есть. Ну, не дозатор, а вот здесь шкала. Разный цвет. Нежные пастельные оттенки. 99 рублей за 750 мл. И литр 900. 199. Смотрите, какие высокие. Для спагетти тоже подойдет. Крышка, конечно, супер. О как. Раз и все. Единственное, что она не герметичная. Вот воздух выходит и заходит. Еще пока не подорожали, возьму пакетиков. Ой. Значит, 59 без карты и 51. Они теперь по карте. Возьму даже две штучки, пока, как говорится, не подорожала. По 51 рублю еще можно взять. Так, кружки, вы пишете, что они ломаются. Но у меня такая киевская, ничего и не делается. Ценника нет, кстати. Так, еще миски есть 2 350. 2 литра 350 мл из нержавейки. Это Китай. Да, и есть побольше. И дуршлаги такие же по размеру. 3 800 249, а эти по 199. Толстая нержавейка, хорошая. Мне понравилось на ощупь, по крайней мере. Сито 20 сантиметров, нержавейка, Китай, с подставочкой, с ручками. И металлическая серия с пластиковыми ручками, с набрызгом. Видите, какой рисунок, 31 сантиметр. Но, конечно, вот здесь слабое место. 79 рублей половник, лопатка, ложка для соуса, Kitchen Китай. Что тут еще из этой серии? Шумовка какая интересная, смотрите. Правда, дырочки большие. Не знаю, пену удастся собрать или нет. И ложка кухонная. Ну, как мини-половничек, что ли, такой. Разделочные доски, круглые, бамбуковые. 28 сантиметров в диаметре, 199 рублей. И обратите внимание, здесь желобок есть. Можно для подачи, можно для работы. Можно использовать как подставку под горячее. Здесь написано. Масленки 199 рублей. Основание из нержавейки. Затем пластик и пластиковая ручка. Вот это уже, наверное, что-то получше, чем стеклянная. Хотя и стеклянная вы тоже хвалите. Но у кого-то бьется вот эта крышка, потому что ручка выскальзывает. А, вот она здесь. Да, пластиковая ручка. Металлическое основание. И пластиковая крышка прозрачная. А помните, кто тарелочки такой интересный? Есть еще и салатники. Но это все опаловое стекло, которое китайского качества и может лопнуть. Салатник 2 литра 100 мл, 199 рублей. Красиво, конечно, но не всегда долговечно, к сожалению. Нашла я, наконец, эти кружки огромные, литровые, да еще и 40 мл в придачу. Огромнейшие, 199 рублей стоят. Так, это фаянс, Китай. Just believe in your dreams. Только верь в свои мечты. Но есть, видите, такие тут всякие штучки. Смотрите, выбирайте внимательно. Чашка 240, прям наш размерчик. 55 рублей. Довольна я вот этим графином, или как он называется, кувшинчиком для воды. Литр 350, обалденный. С ручкой ничего у меня не лопнуло.
Он высокий, прозрачный, красивый. Здесь два вида носика. Вот для слива поменьше и побольше объем выливаемой жидкости. И мне еще понравилось, что здесь силиконовая такая проставочка. Все в цвет, стильно, модно, современно, а самое главное, удобно и практично. 249 рублей термопиалы. Двухслойные. Вот. В других магазинах, конечно, стоят дороже. Объем 500 мл. Сделано в Китае. Стекло. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. А если это так, спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал TikTok TV.